Сегодня мы открыты к диалогу, задаем друг другу интересные вопросы. Павел, доброго дня. В первую очередь хочу спросить, как настроение? Великолепное настроение, великолепное мероприятие. Очень много друзей, знакомых, которых я здесь встретил. Что-то интересное сегодня особенно для вас произошло? Да, конечно. Мы стали лучшим партнером 2020 года. При этом победили в номинации «Выбор покупателя». Это на самом деле знаменательное событие для нашей компании. И я считаю, что это достижение нашей всей команды. Мы приложили действительно сделали большой вклад в это направление для того, чтобы стать лучшими и быть лучшими, и продолжать быть лучшими. Как вы думаете, эта награда связана с теми изменениями, которые произошли на рынке в связи с пандемией? Да, конечно, потому что пандемия, она коснулась всех, и здесь в данном случае побеждает тот, кто может оперативно и быстро принимать решения. Наша компания именно таким образом и поступила. Мы оптимизировали наши бизнес-процессы и смогли оптимизировать наш бизнес в одном из главных направлений, это e-com направление, которое дает возможность людям получать наш продукт и иметь всегда возможность его приобрести. Год 2020, он очень неожиданный, тем не менее у нас есть еще 3 месяца впереди. Что ожидаете в завершении этого года? Это будет интересный период для всех, и этот период позволит компаниям посмотреть по-новому на то, что происходит сейчас на рынке, и принять новые решения, которые будут действовать уже в следующем году. От себя мы хотим пожелать вам оставаться на высоте. Пусть титул лучшего партнера 2020 года, это будет такая, знаете, переходящая статуэтка из 2020 года в 2021. Надеюсь, что вы тоже получите эту награду. Спасибо большое. Спасибо.